Но Александр Григорьевич Ильяш мастер позитивной психологии, правильно? Я вот титул вот этот озвучил. И это замечательный писатель, психолог, тренер, коуч-тренер, который создал целую инфраструктуру здоровья. И вот если кто-то практическое делает действительно для укрепления семьи, да, вот для... Я вот недавно общался с одной из российских леди и спрашивал, что для нее означает понятие «русская мечта». Вот, она сказала, у каждой женщины, российской женщины, есть только одна ассоциация на вопрос, что такое русская мечта, это чтобы мой мужчина не пил, чтобы мой муж не пил. Вот, это такое бытовое понимание русской мечты. Но, по крайней мере, Александр Григорьевич на своих замечательных курсах